Анастасиевское сельское поселение – призер краевого конкурса по благоустройству. Здесь очень серьезно подходят ко всему, что обеспечивает улучшение комфортности проживания. И современные очистные сооружения, строительство которых идет полным ходом, конечно же, необходимо анастасиевцам. Существующие очистные сооружения станицы Анастасиевской эксплуатируются давно, их физический износ превышает нормы эксплуатации, поэтому было принято решение о строительстве новых очистных. Они будут пропускать 300 кубометров в сутки. Кроме того, пуск нового объекта обеспечит дальнейшее развитие станицы, а также значительно улучшит качество очистки сточных вод. И благодаря поддержке районной администрации, лично главы Романа Ивановича Синяговского, мы начали проектирование в 2021 году проекта очистных на 300 кубических метров в сутки. Это современный проект, чтобы он был в денежном выражении подъемный для поселения и для края. И, конечно же, прекратить сброс очистных, очищенных стоков в канал С1, который проходит по всей станице. Обе эти задачи выполнены. В настоящее время очистка стоков производится по временной схеме. Работы по строительству очистных сооружений идут активно. Выполнены демонтажные работы очистных сооружений. Подключена резервная линия для того, чтобы работали очистные на период строительства. И в этом году планируется выполнить все бетонные работы и завести оборудование. Сдача данного объекта в эксплуатацию запланировано в апреле месяце. Мы вместе с главой Анастасиевского сельского поселения побывали на месте строительства. Представитель строительной организации заверил нас, что работают они в тесном контакте с местной властью и стараются строго соблюдать график и обеспечивать высокое качество работ. Выполнены все подготовительные работы. Выполнен котлован под резервуары, под основной объект. Сейчас подготовлено основание, подготовлено для того, чтобы принять под бетонку сделать. Через 4 дня будем принимать бетон на плиту. Все, работаем в графике. Пройдет не так много времени, и новые канализационные очистные сооружения, которые отвечают самым современным требованиям, будут введены в строй. А значит, жизнь анастасиевцев станет значительно комфортней. В этом году также новые очистные сооружения строятся и в хуторе Барониковском Протокского сельского поселения. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».